Спасатели запустили в небо дроны. Сотрудники Главного управления МЧС по Магаданской области ищут нарушителей особого противопожарного режима, который действует в городе с 16 мая. На такой шаг спасатели подтолкнули многочисленные поджоги. По данным МЧС, в мае в областном центре зарегистрировали десятки ландшафтных пожаров. В большинстве случаев они возникали из-за неосторожного обращения с огнем на пикниках и в огородах. Погорячились. Благо мы вовремя оказались. В прошлом году из-за неосторожного обращения с огнем на улицах Железнодорожная и Брусничная сгорело 15 домов. Этой весной сотрудники МЧС ежедневно патрулируют дачи, частный сектор, места отдыха и дворовые площадки. Сверху дроны обнаруживают даже самые мелкие очаги возгорания и отдыхающих в лесу. Тем более ты не очистил место сжигания. Сейчас ветреная погода. Камера летающего инспектора поднимается на высоту до 1000 метров и помогает обнаружить более 10 поджогов за день. Фото и видео с дронов служат доказательной базой при составлении протоколов об административных правонарушениях. Уже не первый год у нас на вооружении имеются беспилотные летательные аппараты, которые очень помогают нам в своевременном обнаружении и фото-видеофиксации самих нарушений, так как многие при выявлении административных правонарушений начинают отказываться от своих действий, что они этого не совершали, и там, перекладывать вину на других. Но благодаря таким способам обнаружения и фиксации этих нарушений нарушителям не удается уйти от ответственности. Если подпалить траву во время противопожарного режима, то можно получить предупреждение либо штраф до 400 000 рублей.